Похвастушечки у меня сегодня. Связала вот такую шапочку. Вот. Имитация интерлак. Мне очень понравилось. Толстенькая, пухленькая. Такая зимняя прям вообще. Вот с отворотом сделала. И вот такой рисунок ромбами. Вот шапка, модель Бини. На макушке вот такой цветочек, звездочка такая вот красивая. Закрывала. Вот так вот получилось. Мне очень нравится. Прям на голове хорошо сидит. И не жмет нигде, и свободно. В конце видео попробую выложить свое фото. Вот, решила, что нужно еще манишку связать к этой шапочке. Ниточки остались. Здесь, значит, в составе у меня пух норки. Две нити идет. Нить махера и нить дополнительная. В четыре нити. Шапка очень теплая, такая толстая, прямо двойная. Вот, ну, на зиму, когда большой мороз. Вот. И такой цветочек.